Всем привет, ребятки, на моей маленькой разводне. Всем по приветику, хорошего дня и приятного настроения. Вот, сегодня у нас по плану генеральная уборочка везде. И в аквариумах, и в помещении. В общем говоря, везде. Уже вот здесь вот поменял водичку, здесь поменял водичку, здесь поменял водичку. И как-то надо долезть вон к этим. Сейчас вот здесь тоже меняю воду, убрал вот это плавающее растение. Вот оно, забыл как называется, лимнобиум, по-моему. Вот, убираю все ампуляшки отсюда. Долгий, длительный процесс. Потому что вот уже скалярошки хотят не реститься. Но посмотрим, получится у них это или нет. Чтобы икру не отбирать, а пускай себе сами смотрят за своей икрой. Также вот с этими ребятками, которые отнерестились, скорее всего, вся икра пропадает. Вот посмотрите, икринка белая. Причина, скорее всего, что я поздно забросил ретромицин. Надо было, но не приугадать. Возможно, какая-то икринка и проклюнется. Посмотрим еще 2-3 дня. Но сомневаюсь. Очень-очень много белой-белой икры. Ну ничего, подкормим ребяток золотистых сомиков. Пускай недельку вторую откормятся и посадим их снова на развод. Вот как-то так. Печальненько, но ничего с этим не поделаешь. Чуть-чуть времечко упустил и усё. Получается, ничего с этого не получается. Так, сейчас убираю здесь ампуляшек, потом надо еще доклеить один термобокс. Дальше везде здесь подменки воды. Везде. Плюс сифонка камней. Каждую субботку провожу это все дело. И уборка в помещении. А то уже набросал всякой всячины, и оно все валяется, надо все поубирать, поскладать по своим местам. Ну и так вот, сейчас что будет интересно. А, еще сегодня надо сделать эксперимент с аулофорусом. Так сказать, вот эти все контейнеры будут у меня по разным типом содержания, по вашим комментариям. И посмотрим, где лучше будет расти, а где не будет расти, так как у меня. И, ребятки, часть вторая, так сказать, заключительная. Вот, эксперимент сегодня не удастся с аулофорусом. Это, скорее всего, будет завтра. Так как много времени отняло наводить порядки в аквариумах. Вот смотрите, убрал почти всю ампуляшку, вот где-то затерялись, вот две штучки, вот одна, вот здесь одна. Короче, еще надо чуток подубирать их. И если я хотел эксперимент, чтобы скалярия не рестилась, получается, в этом аквариуме и сама досматривала за мальком, надо убирать вот этих зверей. Вот этот зверь только что, они отнерестились, убрал вон всю икру, что успел спасти вот здесь, а было полным-полным-полно. Но посмотрим, и то не факт, что она с этой икры что-то будет. Но неделька, они снова отнерестятся, и надо будет решать, куда деть вот этих зверей. Вот этих и еще здесь золотистые сомики.
надо будет куда-то их определить, и чтобы эти ребята были совсем-совсем одни здесь. И будет интересно наблюдать, как они будут смотреть за малечком. Это все в планах в будущем. Вот постриг чуток элодею канадскую, порассаживал. Ну так, маломайски, никакого дизайна, ничего нет. Убрал лимнобиум, оставил пару штучек только. И получается... Получается, поверхность аквариума не закрыта, и нимфейка, возможно, будет расти. Ну, это по этому аквариуму. Дальше, что у нас я делал? Делал вот здесь. Вот смотрите, тоже было все полностью вверх весь. Они повырывали растеньки, и они все повсплывали. Получается, смотрите, как разрослась ричия. Вот такой уже пучок. Это хорошо. Также вон этот папоротник, не помню, как называется, тоже очень хорошо разросся. Я думал, он погибнет, но он все-таки выжил и дал кучу деток, и есть у меня много этого папоротника. Но он там в самом у крайней стеночки я его разместил. Смотрите, по буцефаландрам, как мы, получается, их лечили, вот этот способ, это шприцом я по месту вводил, получается, перекись водорода, то, что все красное, все ушло. Надо ее также долечить. И как приедет компрессор, поделать везде отличную фильтрацию, и этого всего не будет. Получается, замачивание в растворе перекиси не так хорошо подействовало, как я думал. Вот видите, и анубиас вот этот, и вот эта буцефаландра. Так как подействовал раствор, какой там у нас был, и вспомнил я, какой это был раствор. Это был раствор лимонной кислоты. Смотрите на анубиас. Анубиас чистенький, малость чуток осталось. Ай, скалярошки не дают сфокусировать. Малость осталась этой бяки. И где-то еще здесь была буцефаландра. Не могу найти, где-то она пропала. Но суть не в этом. Суть в этом, что и получается, анубиасы очистились в лимонной кислоте, а в растворе перекиси не так хорошо. Лимонка получается поярче. Вот. И вот эта растенька тоже было все в бороде. Оно тоже очистилось. Вон там в углу далеко. А растенька-то называется Людвигия. Вот эта Людвигия очистилась. Но тоже не совсем. А получается, в лимонной кислоте. Вот смотрите, сейчас попробую вот сюда, вот Людвигия эта. Она тоже была в бороде, и тоже, посмотрите, в лимонной кислоте очистилась. Я даже не думал, что она так подействует, потому что вот от перекиси были пузырьки, там, ну, соответственно, реакция водорода на все это дело, но все-таки лимонная кислота поярче. Будем дальше экспериментировать и посмотрим, что с этого получится. Также убрал я, вот везде убрал ряску, и вот здесь убрал я ряску, и ряски у меня нету. Даже если что-то там появится,
Я ее резко уберу, и ряски не будет. Пересадил вот этих ребяток, потому что они аж покраснели. Я не могу понять, это или что-то сифонит здесь, или это реакция лекарства на анцитрусов. Вот смотрите, вот здесь они уже себя намного лучше чувствуют. Вот самочка, и вон самец даже начал плавать. Я думал, это будет его сегодня последний день в его жизни. Но он что-то там пытается даже плавать. Это отлично. Эти ребятки... Анцики здесь сидят, где-то там они есть. Вот, дальше тоже вот этот аквариум. Получается, я убрал всю пистию отсюда и оставил только один лимнобиум. Ну так, хочу, чтобы он здесь рос, если даже кому-то надо будет отобрать и все. Чтобы он чисто был один. И вот эти ребятки повыдергивали мне здесь весь мой дизайн. Пришлось подсадить, подработать и что-то такое. Вот этим ребятам, вот смотрите, это работает вот этот аэрлифт. Вот этой части нету аэрлифта. Смотрите, какая здесь мутная вода. А какая здесь чистая? Если бы он только работал, получается, на одну сторону, здесь бы совсем прозрачная была водица. И получается, ждем компрессор и запускаем аэрлифты в работу. Даже вот здесь, если он не нужен, так сказать, но мы их сюда втыкнем. Потому что эта фильтрация должна быть очень хорошая. И не успел я еще почистить вот этот аквариум и вот этот аквариум. Но это уже будет завтра. Борочку в помещении навел. Красота. Только надо разобрать вот эту кучу. Здесь чего только нет. А так везде уже у меня порядочек, и душа радуется. Как говорится, самому приятно. Вот эти сомики, карапузики. Ах, люблю я за ними наблюдать. И, ребятки, на этой ноте будем мы с вами прощаться. Всем хорошего дня, приятного настроения, удачи и пока.